Открытие филиала детской школы искусств номер 7 в Песочне было по-настоящему долгожданным. На протяжении нескольких лет в новом корпусе на Новоселова 58, корпус 7, шел ремонт. Там строители оборудовали для занятий учебные кабинеты, хореографический и актовый зал. По федеральным программам здесь уже закупили музыкальное оборудование больше, чем на 3 миллиона рублей. В новом филиале будут заниматься примерно 250 человек. Наша школа насчитывает 925 учащихся. И поэтому помещения нам, конечно, не хватает. И это дополнительное помещение помогает разгрузить учебный процесс. И потом этот район очень густонаселенный. Здесь много детей, которые хотят обучаться в детской школе искусств. Они долго ждали, когда откроется наше здание. И сегодня мы открываем его. Будем принимать еще детей. Штат педагогов у нас укомплектован. У нас очень хорошие преподаватели. У нас есть много достижений. Победы в различных конкурсах, в том числе международных. И мы ждем новых учащихся. Детская школа искусств номер 7 была открыта в 1985 году, и первоначально она была музыкальной. Спустя 7 лет появилось художественное отделение, а еще через 14 – хореографическое. В этом году из городского бюджета выделены деньги на разработку проектно-сметной документации для возведения здания на 1100 мест. Много времени занял ремонт. С 18 года по крупицам вкладывались в муниципальное образование, город Рязань. Всеми силами очень хотел, чтобы вот эта школа существовала в новом, обновленном, в таком вот виде. Мы за то, чтобы дальше школа стала огромной, большой, шикарной и потрясла всех своими учениками, которые, я уверена, продвигают культуру. Количество выпускников этой школы уже перевалило за 2000. В школе действует 20 творческих коллективов, два из которых – «Рязанские самоцветы» и фольклорный ансамбль «Горница» – носят гордое название образцовых. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».